Всем привет! Сегодня у нас в студии Михаил Васильевич Попов, ну и я, Клим Жуков. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. У нас сегодня животрепещущая тема, вообще даже две, но мы их разделим категорически на два разных ролика. И вот первая у нас тема, самая животрепещущая, которая касается, во-первых, положения рабочего класса, который дослуживает свой рабочий срок, который выходит на пенсию в итоге, ну и, конечно же, в связи с этим придуманная пенсионная реформа, а также некие пояснения, которые касательно пенсионной реформы, вот буквально позавчера дал гарант Конституции президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. У нас очень много вопросов поступило, что мы по этому поводу можем сказать? Что мы по этому поводу можем сказать? Мы можем сказать примерно то же самое, что мы и раньше говорили, что вот есть буржуазное государство. Буржуазное государство служит какому классу? Да, буржуазному, понятно. Буржуазному классу. Поэтому, товарищи, никак вот эту истину, мне кажется, из книги ее, наверное, невозможно понять. А вот из жизни уже можно. Вот ясно понять. Но вот ясное дело, кто такой президент буржуазного государства? Это исполнительное лицо. У нас есть вот Дума, то есть парламент. Так, парламент принимает решение. Что про такой парламент? Марксизм говорит, что один раз, Маркс прямо писал, парламент один раз в 5 лет эксплуатируемому классу дает возможность решить, кто из представителей эксплуататорского класса будет представлять и подавлять его в парламенте. Это же хорошо, чтобы вы сами выбрали. Вы выбрали, и вот, соответственно, получаете, соответственно. Это первое. Второе. Что по поводу выборов говорилось вообще в марксизме? Ни один серьезный вопрос жизни народов, вот Ленин говорил, никогда выборами не решается. Поэтому, если товарищи думали, что они вот проголосовали, и этим все решено, это, так сказать, в этом их состоит участие в общественно-политической жизни, то они должны понимать, что эти выборы всегда на стороне дают результат на стороне того, кто их организует. Организует всегда правящий класс. Если коммунисты организуют, будет за коммунистов. Если буржуа организует, будет за буржуазию. Но это же родовая черта демократии вообще, как да, и в Греции, там же давно придумали. Да, конечно. Вот в Греции жило, вот, например, город Афины, там жило что-то около порядка 35-40 тысяч граждан в хорошие времена. Да. Граждан, а людей там жило при этом в 6 раз больше. Так, разные люди. Вот, а вот граждане осуществляли свой рабовладельческий, да, конечно же. Демократия была изначально властью меньшинства. Она и осуществляли свой рабовладельческий выбор, и вот большинство, которое там имело место, они, конечно, далеко не все были рабы, там еще были женщины, которые не считались гражданами, а и сейчас, они могли голосовать. А сейчас голосуют все, а все равно власть меньшинства. Вот как усовершенствовалось все. Это да, демократия. Гораздо. Да, вот была хорошая демократия, правда, которая пригодна только для очень небольших обществ, военная демократия в германских, кельтских, славянских племенах. Вот там примерно, наверное, половина. Ну, мужчины, понятное дело, могли что-то решить. Постучать в щиты, покричать кто громче. У них крик подкреплялся вполне конкретной военной силой. То есть, если ты кричишь, а тебя не слушают, так ты же можешь снять с пояса, что там у тебя есть, там топор, меч, большой ножик, и объяснить, что слушать тебя все-таки придется. Да. Ну или попытаться объяснить. А сейчас так не работает. Сейчас все гуманно. Сейчас, во-первых, гуманно, потому что людей стало сильно больше. Невозможно, чтобы все военные силы заставляли себя слушать. Так все просто развалится. Ну вот я хочу напомнить, у нас был такой ролик с товарищем Моисеенко Дмитрием «Марксизм и пенсионная реформа». Там речь шла о том, что, ну что говорит марксизм, что есть диктатура буржуазии, ничем не ограниченная власть. Поэтому, ну кто кому подчиняется? Президент буржуазии или буржуазия президента? Я думаю, что, конечно, всем понятно. У них есть, конечно, некое взаимное влияние. Все-таки, будучи выборным, президент не может не влиять на выбравший его класс. А вот он и влияет. Вот мы и видим, что он в какой-то степени влияет. Он взял и улучшил очень плохой проект пенсионной реформы. Может быть, изначально так было и задумано. Как всегда бывает в каких-то в таких делах, которые предполагают конфликт. Сначала мы вам такое предложим, вы будете возмущаться, кричать, шуметь. Потом раз и сдвинемся назад к тому уровню, который, собственно, изначально и предполагался. Но его, если бы вам дали, вы бы еще больше требовали, тогда пришлось бы дальше отступать. То есть при всех переговорах, например, конфликтах, социально-трудовых обычно как идет дело? Значит, вот стороны, они, каждый запрашивает больше, а потом находит какой-то компромисс и
Ну вот можно считать, что в данном случае человеком, который такой компромисс предложил, является президент. В чем состоит компромисс? Мы, Михаил Васильевич, между прочим, когда говорят о слабой прогностической силе диалектики, ровно это самое предсказывали, когда записывали ролик о пенсионной реформе по факту выдвижения законного проекта еще в июне месяце. Да. Вот именно это мы и предполагали. Именно это предполагали. А итог? А теперь надо взять вот не то, как ход событий был, это вот для того, чтобы так делается, чтобы люди думали, что вот их осчастливили. А вы посмотрите итог. Итог какой? Прибавили пенсионный возраст, так сказать, увеличение пенсионного возраста мужчинам на 5 лет и женщинам на 5 лет. Вот чем это дело закончится. Мы теперь прекрасно понимаем, что, думаю, это дело продублирует, все это будет сделано. Потом нам рассказывают, только концепция. Да не только концепция. Первое чтение – это и есть главное. Это принятие законопроекта. А потом идут поправки. Это там уже никакого другого законопроекта вообще не может быть. Только поправки могут быть. Уже ясно было совершенно, что если только поправки, вы можете что-то там. Вот поправки и поступят. В соответствии с этими поправками будет 5,5. То есть решили 5 лет отнять пенсию за 5 лет у мужчин и отнять пенсию за 5 лет у женщин. Кто это решил? Буржуазия решила. А почему? Якобы нет денег. Но вот это вот, я думаю, это вот мы должны разоблачить такой разговор насчет того, что нет денег. Потому что, конечно, Владимир Владимирович очень подробно и развернуто в своем послании высказался, что в 90-е годы у нас случился провал демографический, который, опять же, по его словам, сравним с последствиями 1941-1945 года. То есть так много народу не родилось, что теперь, оказывается, поколение, которое все-таки родилось в 90-х, получит слишком большую пенсионную нагрузку в связи с тем, что очень много людей перестанут мочь работать, их нужно будет обеспечивать. Поэтому отсюда практический вывод. Так нужно, чтобы люди и дальше продолжали работать. Клим Александрович, почему? Так, потому что нет денег. Клим Александрович, я хочу сказать, что я эти сказки слышу очень давно. Так, в частности, потому что, скажем, дипломник у меня был товарищ Кудрин. Ого. Да, и поэтому, как говорится, я все жду, если его привлекут, то, возможно, и меня привлекут. Вот, тот самый. Потом он, так сказать, по чубайсовской линии поднялся наверх, и вот он долго-долго толдычил эту самую пенсионную реформу, что он предлагал давно-давно, что вот спасти Россию только можно одним путем: не развитием производства, не созданием новых заводов, не новых рабочих мест, не научно-техническим прогрессом, а только отобрать у пенсионеров пенсии. Вот к чему сводились его предложения. Он был для этого создан центр стратегического развития, и в этом центре только все они это исследовали. И все сводилось к этому. Или, скажем, высшая школа экономики, то же самое, она свои предложения давали. Прямо, ну вот наша экономика не может развиваться, пока у пенсионеров не отберем их пенсию, хотя бы частично. Ну хотя бы хотели вот за 8 лет у женщин отобрать, ну хотя бы частично 5. А у мужчин как хотели 5 отобрать, так и отберем 5. Спрашивается, и все рассказывает, вот поэтому то, что я прочитал в обращении, я до этого читал в всяких рассуждениях очень темных людей, которые рассказывали, дескать, вот представляете, что получается, один работник, и было, значит, на один работник, и был, так сказать, пенсионеров там один, а теперь 1,7 пенсионера на одного работника. Ну, если человек немножко так чуть-чуть понимает в экономике, он может, так сказать, посчитать, что у нас 27 миллионов рабочих и 140 с небольшим миллионов населения. Сколько эти рабочие содержат нерабочих? Это же продукт имеется в виду. То есть есть еще люди умственного труда, и ученые, и артисты, военные, администрации всех видов, охранники и так далее. Сколько рабочий содержит? Разве он содержит от одного пенсионера? Так рассказывает, что как будто есть только два человека рабочих, а этих миллиардеров нет? А у нас нет руководителей этих компаний, которые в месяц получают по 28 миллионов в месяц. На том основании, что, дескать, они такие хорошие специалисты. А что, вот шахтеры плохие специалисты, они жизнью рискуют, они получают там 40 тысяч средняя зарплата шахтеров. Что нам это вот рассказывает? Значит, всех содержит рабочий класс, и премьеров, и президентов, и глав администрации, и всех. И сколько на него? Ну, считайте, делитесь, то это же очень простая задача. 147 разделите на 27, и получится 4 с кусочком. Так точно. Больше 4 человек. А что же вы одного видите пенсионера? Говорит, вот давайте сколько он содержит. Давайте пенсионера. Он, с кого надо взять? Вот скажите, он, слабая власть с кого берет? С сильного или со слабого? Конечно, слабого. Ну вот слабая власть, слабее. Слабая власть должна отобрать у того, кто самый слабый. А значит, что сейчас пенсионер? Причем будущий пенсионер, он еще вот сейчас
только на подходе. Он никак не организован, он не знает, как это защитить. Вот с него сейчас и взять. Меня очень удивило, когда Владимир Владимирович сказал, что вот мы проработали все варианты, ну, в интеллектуальном смысле, конечно, в логическом, все варианты возможного развития событий и все варианты этой самой реформы. Вот, например, нам говорят, что а если мы введем подоходный налог, прошу прощения, если мы введем прогрессивный налог, да. Прогрессивный налог, и говорит, и в этом случае денег хватит на выплату пенсии всего на 2 месяца. Я когда это услышал, я так аж за голову взял, думаю, ну ведь налог-то прогрессивный или любой другой, он берется регулярно. Если вы налог берете раз в месяц, ну или раз в год, ну, короче, с регулярностью у вас каждый раз будет поступать энное количество денег. А почему настолько на 2? А цифра вас не шокировала? 20, давайте, предположим, на 20% будет прогрессивный налог максимальный для самых богатых. У нас самые богатые 20%. Это где такой? В Грузии, что ли? Как в Грузии. Вот я хочу привести цифры, чтобы товарищи знали. Цифры очень легко. Наберите, так сказать, ставка прогрессивного налога по разным странам, и получится в Швеции 56,9%. Не 20%, а 56,9%. В Португалии 56,5%, в Дании 55%, в Бельгии 53%, в Испании 52%, в Нидерланды 52%. Вот там нет проблем с пенсиями никаких. В Финляндии 51,5%. Ну, берем, скажете, это очень мелкие государства. Ну, возьмите крупная Франция, 50,3. Жерар Депардье сбежал. 50,3 сбежал. Ну, он-то не носитель больших сумм. Ну, что такое артисты? Там есть миллиардеры, конечно, они получают. И я уже как-то на эту тему говорил, что те, кто получают, те, кто отдают, они потом получают государственные заказы, крупные. И все крупные капиталисты выигрывают и во Франции, и в Германии, и так далее. Поэтому во Франции думают не о том, как собрать, так сказать, деньги с самых слабых. Хотя там тоже буржуазные классы, там тоже буржуазное общество и капитализм. Ну, это вот до такого маразма ведь там не доходит. То есть берут прогрессивно столько, сколько надо. Потом, что значит, поставил цифру 20. А перед этим сколько? А перед этим, может быть, такая шкала 20, 19, 18. А может быть, шкала 20 тем, кто в два раза больше имеет зарплату, чем средняя по стране. А дальше идет рост до 50 или до 55. Ну, или вот, скажем, возьмем Австрию 50. Вот с Австрией как раз тесные отношения. Ездил только что в Австрию и в Германию, Владимир Владимирович. Ну, спросил бы там, в Австрии 50, а в Германии, как вы думаете, сказал? 47,5. Ну, тоже почти 50. Тоже почти 50. Ну. В Великобритании. Мы с ними спорим активно. Мы с ними спорим, у них там, они нас обвиняют в новичках и всякой чепухе. Ну, по крайней мере, мы активно с ними общаемся, наверное, должны знать, что у них-то 45. Ну хорошо, ну хорошо, все это нам не что, ориентируемся на США. 33. Ну не 20, откуда 20? В Грузии. Вот я ж помню, что в Грузии. В Грузии 20, а у нас 13. Это не со всех 13. А плоской системы, ну это просто позор. Позор в современном мире иметь плоскую систему налогообложения. Это говорит о чем? О жадности нашей буржуазии. Жадная она. Это в первую очередь. И она не развита, она производством не занимается, она занимается чем угодно. Жадная и Б может, потому что государство таким образом у нас выступает не просто представителем правящего класса, а выступает напрямую наемным сотрудником правящего класса, потому что, ну, если государство сильное, оно может заставить или, по крайней мере, попытаться объяснить своему правящему классу доходчиво, что такой шкалы налогообложения быть не может, это большой тупик. Но если наше государство предлагает нам вот такой вариант развития событий, это значит, что оно полностью находится в руках и манипулируемо теми, кто это государство делегировал наверх. Да, это вот явно теперь не мы с вами. Да. А вот теперь, Клим Александрович, вот президент говорит о том, что мы просчитали. Кто это мы? Это мы – это финансовый блок. Финансовый блок по своему положению и по происхождению. Происхождение его от Улюбаева. Так точно. Вот этот финансовый блок что делает? Он считает в рамках своих представлений, вот сколько денег есть, такие будут темпы роста. А какие? Никаких не будет темпов роста. Потому что у нас планирование есть бюджета на 3 года. А раз планирования экономики нет, ни на 1 год, а бюджета на 3, значит, это как сразу кольцо одевается, из которого уже не вырваться. То есть бюджет должен быть вот такой, расход такой, доход такой, и никакого другого дохода, кроме как у кого-то забрать, нет. Но вы не собираетесь вообще развивать экономику? Вот такое у меня впечатление
от этого обращения, что Владимир Владимирович махнул рукой, что, дескать, ничего с нашей экономики не выйдет, темпов роста у нас никаких не будет, никакого повышения производительности труда не будет, никакого научно-технического прогресса не будет, никакого развития не будет, потому что если бы есть развитие, ну, это, я думаю, что самому темному человеку понятно, что если есть развитие, то будут предприятия увеличиваться, значит, доходы будут увеличиваться, налоги будут увеличиваться, пенсионный фонд будет раздуваться, бюджет будет увеличиваться, но это предполагается, что этого ничего нет, что вот просто мы остались одни пенсионеры, с кого взять? Ну, с кого? Не с капиталистов же взять, не с миллиардеров же взять, не с этого самого, не с правления Сбербанка, у которого по 20 с лишним миллионов в месяц они получают, можно сказать, бесится жиру, как говорит народ. Надо взять с кого? Ну, кто не может сопротивляться? А кто не может сопротивляться? Вот эти слабые люди. Вот такая картина. Честно говоря, мне все это показалось тоже предельно странным. Почему? Потому что я как историк, я начинал с изучения эпохи феодализма на кафедре истории средних веков нашего СПбГУ. Я помню, как динамика, вот Фердинанд Брадель, например, об этом много писал, изучая структуру повседневности, сколько крестьян содержало одного феодала. Ну и вообще не работающих в производстве людей, как то там духовенство, правящие классы. Их примерно содержало, ну, в разное время по-разному, где-то к 14 веку около 7 крестьян содержало одного феодала, одного неработающего. Потом, если мы пойдем дальше, этот процент сокращался. То есть по мере развития производительности труда на 3 человек приходился один неработающий, потом на 2. То есть у нас на какой-то момент в Советском Союзе, когда он перестал быть аграрной страной, у нас же крестьян из 87,5% населения их стало всего 30%. До войны у нас была аграрная индустриальная страна, после войны индустриальная аграрная страна, в основном городское население. Конечно. То есть, что с ростом производительности труда происходит? Это о чем говорить? Все меньше людей обеспечивает развитие, так сказать, всех. Конечно, за счет того, что технического прогресса повышается производительность труда, значит, ну это просто по определению. И что нам тогда показывать, что вот, дескать, все меньше рабочих? Так все меньше рабочих содержится, все больше не работает. Это объективный процесс, в этом суть научно-технического прогресса. Но можно было бы сказать так: нет, говорит, мы не будем сокращать число рабочих, мы будем сокращать им рабочее время. Тогда да. И вот тут сразу встает этот вопрос. Вот поскольку мы, так сказать, оценку того, что мы почитали и видели, оценка невысокая, как вы понимаете. Можно сказать так: что может сделать представитель буржуазного класса на высшем должностном посту? Вот мне об этом пришлось говорить еще в выборную кампанию, когда я увидел, что некоторые левые начали выдвигать кандидатов в президенты. Я им говорил: вы что, с ума сошли? Вот вы выдвигаете левого кандидата, чтобы он стал президентом чего? Высшим должностным лицом системы диктатуры буржуазии. Он будет делать все в интересах буржуазии. Он тогда должен быть либо перестать быть вашим членом вашей партии, или стать предателем. Ну, потому что тут другого выхода нет. Это непонятно было. Вот сейчас-то всем понятно, вы кого выдвигали? Ну, если это изначально представитель буржуазного государства, он руководитель и создатель партии «Единая Россия». Потом он, значит, был тогда не членом партии, но лидером партии «Единой России» Владимир Владимирович. Как это вообще довольно-таки странная такая карика. Как можно быть лидером партии, не будучи членом? Я думаю, что он так впереди далеко бежал, что партия не могла его просто догнать. Можно, запросто. Есть такая хорошая структура управления, когда формируется некая фирма. Большая фирма. Есть генеральный директор этой фирмы, который ей управляет. Да. Он член этой фирмы, он там получает зарплату. Да. А есть старший партнер. Находится в трудовом, так сказать, реестре этой самой фирмы. Он там не работает. Наконец появился, значит, лидер этой партии, член партии, товарищ Медведев. Но эта партия поддерживала на выборах Владимир Владимирович, а он был как бы от народа. Ну, мы же знаем, что он быть хоть от народа, может быть, хоть не от народа. Но он мог бы даже от КПРФ пойти. От КПРФ. Но эти выборы проходят так в буржуазном обществе, что побеждают, так сказать, люди, которые проводят буржуазную линию, и ничего другого. Поэтому можно теперь защитить Владимира Владимировича и сказать, что Владимир сделал все, что мог. Потому что ничего Владимир Владимирович против богатого класса не может сделать. Он может вот наступить на ногу, так сказать, рабочим, и он может. А вот наступить на ногу своим, так сказать, тем, кто его поставил, не может. Поэтому вот о чем говорит это обращение.
Это обращение какое? Мне как? На самом деле напомнило еще грустная кое-что. История. Она мне напомнила еще кое-что. Она еще напомнила Горбачева в последние годы правления, когда было понятно, что человек уже ничего не контролирует вообще. То есть, сколько бы он не контролировал раньше, теперь он контролирует гораздо меньше и все меньше и меньше. Потому что Владимир Владимирович в обращении сказал конкретно совершенно, что у нас в 90-е были проблемы с экономикой, но, внимание, да. мы эти проблемы решили. Да, да. А теперь... И если мы их решили, спрашивается, да. откуда возникла потребность в повышение пенсионного возраста. Потому, у нас их... новые проблемы, что потому ли, что мы их решили частично, во-первых. Во-вторых, мы вышли только на тот уровень, который был в 90-м году, до вот этого разрушения, которое, так сказать, связано с этим самым либерализмом экономическим. Это, во-первых. А в области строгостроения нет. И вот нам говорят люди, так сказать, толковые. Вот есть недоросль такой, который является и собственником, и генеральным директором объединение «Стан», который производит отличные станки, современные российские станки, которые могут пойти на экспорт. Он просто говорит, да мы все можем, и увеличить можем, и у нас рост станкостроения 10% от нашего производства. Но нам не дают банки кредит, потому что это вот, мы об этом уже столько раз говорили, что даже мне стыдно это об этом говорить. И до сих пор у нас 7,5%. 14%. Это 7,5% плюс 7 закладывается. Ставка центрального банка. Все, мы не можем. Второе, так банк. Мы не имеем не только на инвестирование, мы не имеем даже возможности на то, чтобы иметь оборотный капитал. Но мы как-то вот выкручиваемся и будем выкручиваться. Но когда мы сравним с наших вот контрагентов, они и по отрицательной ставке имеют, между прочим, кредиты. Они нас везде опережают. Те, кто здесь хозяйствует, так сказать, если он приехал из другого государства. Сколько мы в этом положении будем находиться? Вот картина. И сколько об этом было уже сказано? Нет. Значит, ставку мы эту держим на недосягаемом уровне. Ну, в Америке там спорит 1,7% или процента, или до 2 дотянуть. И никак не рискуют до 2. До 2 боятся своей экономики дотянуть процентную ставку в Соединенных Штатах. Это что, не пример? Это вот вам буржуазная страна. Ну, там 2,7% темпа роста, а у нас близко к нулю. Или тот же самый Недорослев рассказывает, что мы, нас выручает то, что сделал министр Мантуров. То они сделали такие фонды, из которых под 5% дают. Фонд поддержки промышленности. И прямо получает, минуя все вот... Он понял, что не пробить, если Путину не пробить эту финансовую систему, ему-то тем более. И он создал, конечно, там финансы поменьше, но все-таки что-то поступает в нашу промышленность, что-то поступает. Короче говоря, это вот, я считаю, что, конечно, поражение Путина на этом фронте, на фронте борьбы за развитие промышленности, на фронте подъема нашей экономики. Все эти разговоры про 25 миллионов рабочих мест. Высокотехнологичных рабочих мест. Да, и высокотехнологичных рабочих мест оказались пустыми. Эти указы никто его не выполняет, а он не может эти указы добиться их выполнения. Поэтому надежды, связанные с тем, что, или, скажем, концепция социально-экономического развития, в которой были замечательные заложены идеи и так далее, ее Владимир Владимирович подписал, значит, он не может реализовать то, что подписал. Почему? Потому что не он господствует, а господствует класс буржуазии. А что он может? А он может вот плохое чуть-чуть улучшить. Вот итог. Что мы имеем? Плохой проект, который наша буржуазия, которая хочет удушить наш рабочий класс, предложила, он его улучшил. Царь-батюшка-то спас. Да, он его улучшил. Вот что. А итог какой? А итог какой? Общее ухудшение. И последнее, что мы должны обсудить, мне кажется, а что делать теперь остается трудящимся? Трудящимся в рамках закона, если действовать строго в рамках закона, остается на каждом предприятии организовывать забастовки. Как только они процедуру выполнили всю, которая законом предусмотрена, ничего там страшного нет, и докеры, и другие товарищи неоднократно это проходили. Нет, им нельзя бастовать, они неформально бастовали, а формально нет. Вот, а докеры формально бастовали, то есть они вот заканчивают, и после этого могут даже не останавливать ничего. Но они находятся в режиме забастовки, уже нельзя уволить, уже в любой момент могут начать остановку производства. Не надо останавливать на 100% рабочего дня, на 50. Не надо на 50, на 2 часа в день. Ну, и вы получите 6-часовой рабочий день. То есть, в этой ситуации, вот то, о чем мы говорили до того, так, гипотетически, это остается единственным выходом. Раз вам навешивают 86 тысяч рабочих часов за все время труда, а у нас было 76, больше, чем во Франции, больше, чем в Германии. И наша буржуазия решила навесить рабочему классу, добавить российскому, чтобы он, так сказать, на коленях умирал. Так вот, у рабочего класса остается один выход, законный, он
И это, для этого не надо обращаться ни в Думу, ни к президенту. Тем вы видите, что ничего президент не может. И не надо к нему обращаться. И в Думу не надо обращаться. Она может, но она может только ухудшить ваше положение. Улучшить не может и не хочет. Почему? Потому что Дума осуществляет интересы буржуазии. Вот, значит, рабочий класс должен сам организовываться и на каждом предприятии, там, где нормальный профсоюз, а где ненормальный, меняйте руководство, где нету, создавайте. В чем проблема? У нас по закону 3 человека собрались, и можно создавать профсоюзную организацию. Если вам нужна помощь, вот фонд рабочей академии будет оказывать помощь. Если нужно будет потом, так сказать, в объединение в какое-то входить, ну, есть Федерация профсоюзов России, но туда не входить же 3 человека. Вы создайте хоть там 30-50 человек, чтобы было. Тогда можно входить в Федерацию профсоюзов России. То есть рабочему классу нужно научиться самому бороться за свои интересы. Хотите 6-часовой рабочий день? И даже вы можете в требования это не записать. Требование может быть повышение зарплаты реальной, требование может быть обеспечить научно-технический прогресс, потому что от этого тогда будут нужны квалифицированные люди, тогда нужно будет их учить и так далее. А сам характер забастовки определяет кто? Забастовочный комитет. Вот забастовочный комитет может за 3 дня уведомить и изменить. То есть будет не там, 2 часа, а 3 часа или 5 часов отсутствия работы. Но зачем это делать? Вот я бы не советовал делать вообще такую остановку производства или больше, чем на 2 часа. Ну, сделайте 2, кто-то сделает 1 час. Вот вы будете работать столько же лет, а часов будете, как во Франции и в Германии, работать меньше. И будете здоровы, не умрете. Потому что сейчас вопрос решается явочным порядком. Причем явочным порядком сугубо законным. Сугубо законом все это, все строго по закону. То есть вы прошли всю процедуру, установили себе бессрочную забастовку в виде частичного прекращения работы на 2 часа. И за эти 2 часа, которые вы получите дополнительно, организовывайте свою профсоюзную организацию, договоритесь о том, как вы будете режим забастовки этот соблюдать, как вы будете со своим переговариваться с работодателем. И, короче говоря, надо понять, что, так сказать, задача рабочего класса и освобождение рабочего класса, я сделал рук самого рабочего класса, а не президента, и не премьера, и не Думы. И я думаю, что с этим вот нам расстаться. Поэтому мы должны поблагодарить, я думаю, и товарища Медведева, который с этим выступил, и товарища Путина, который с поправками к этому выступил, за то, что они помогли довести до людей вот эту мысль о том, что освобождение рабочего класса и дело рук рабочего класса. Спасибо вам за просвещение. Спасибо за просвещение. На самом деле все это очень печально. Почему? Потому что вот мы видим, например, прямо скажем, не самая прогрессивная страна, Соединенные Штаты Северной Америки, и тоже буржуазный строй, они умудряются держать экономику в таких рамках, что им не нужно. Во-первых, да, они в том числе не делают такую большую ставку прогрессивного налога, то есть там 30 с чем-то процентов. Ну, 33. 33%, так точно. При этом экономика у них как-то развивается отлично от нуля и сильнее, чем у нас. У нас тоже буржуазная страна. Однако, как мы видим из послания президента, который рассказывает, что у нас, между прочим, проблемы 90-х годов побороты, уничтожены. Экономика развивается, но оказывается, у нас народу слишком много, гораздо больше, чем физически может прокормить экономика. Это фактически роспись в крахе вообще всего либерального курса, который у нас как в 90-е шел, так он шел и в 2000-е, он практически не поменялся. То есть, если власть расписывается в том, что она на основании экономики, лишённой уже тех проблем, которые были в 90-е, то есть стала лучше, но все равно людей, которые оказываются в пенсионном возрасте из-за всего лишь демографического провала 90-х, просто физически невозможно прокормить и приходится их держать на рабочем месте, то есть это значит, что нет, во-первых, а, политической воли, б, ну, в самом деле проблемы в экономике. И отсюда у меня возникает даже не вопрос, а какое-то такое нехорошее подозрение, а насколько у нас эта экономика самостоятельна? Да она не очень самостоятельна. Она и не нужна, самостоятельная экономика, скажем, нашим конкурентам. Там ни Соединённые Штаты Америки не нужна,
ни Германии, ни Франции, не нужна самостоятельная российская экономика. Если она еще и нужна, то в известной мере там Китайские народные республики. Потому что, так сказать, они блокируются для того, чтобы вместе защищаться от возможного, так сказать, ракетно-ядерного нападения американского. Поэтому я думаю, что тут другая есть проблема. Вот проблема связана уже не с правящим классом, а с рабочим классом. Рабочие в социалистическое время были хорошо защищены. И это хорошо, с одной стороны. Но, как всегда, есть другая сторона. Они... Разучились бороться. Они не знают, как создавать профсоюзную организацию. Они не знают, как организовывать забастовки. Это сейчас, ну, такая вот заумь, как бы, все необыкновенно. Хотя вот если вы будете читать Трудовой кодекс, я вот со многими разговариваю, профсоюзниками, они даже не знают Трудовой кодекс, они не знают самой процедуры. Ну, вы сделайте хоть раз, вы пройдите это все по закону, никто против вам ничего не может сказать. Но это надо заниматься этим делом. А хотят получить сверху, чтобы кто-нибудь, президент, то есть я думаю, что тут это некоторое иждивенчество получено в советское время, в известное, то есть и уже в советское время перестали бороться, а думали, что решит кто-нибудь, кто или Горбачев, или Ельцин, и слушали эти воспоминания, или сказки, или эти разговоры, эти послания бесконечные. Планирование было, а не послание. Ну, как можно вот иметь государственный сектор 70%, а управлять посланиями? Или, главное, еще говорят, пишут наша пресса, мы, говорит, выполняем послание президента. Ну, что это такое? Да, вот интересно. Можете себе представить, вот, выступил товарищ Сталин, и будем послание. Его речь выполнять. Речь можно выполнять? С трудом. Давайте я выступлю, а вы речь мою я будете выполнять. Я могу интерпретировать вашу речь, Михаил Васильевич, как-нибудь так, как вы не имели в виду, между прочим. Это же речь, да, не сформулированный указ. Да я понял, что вы это можете интерпретировать, конечно. Я вот скажу, что мне вот показалось, что формулировка вот эта вот может быть интерпретирована так, я ее вот так и выполняю. Это, между прочим, сам сказал. Да. То есть, конечно, это печальная, конечно, картина, но ничего неожиданного в этом нет. Рабочему классу, новому, который вот уже складывается в условиях буржуазного российского общества, второго пришествия буржуазии, нужно снова овладевать тем, чем он... У нас колоссальные были забастовки перед февралем, колоссальное количество, и все это умели делать, и все владели, и этому надо научиться. И если этому рабочий класс не научится, ему показали, либо вы научитесь, либо умрете раньше. Не то, что вы сейчас умрете, а раньше. Вы потихонечку пойдете туда. И люди это и понимают. Мне многие прямо звонят и говорят, я не доживу. Ну, прямо говорят, они же не просто расчетами занимаются, они просто меряют на себя, на свое здоровье, на свою жизнь, они понимают, ее не потянуть. Ну, это вполне очевидно, потому что мы в прошлый раз некую статистику давали, да, по средней продолжительности жизни, по, да, продолжительности жизни, предположительно, без болезней, или, да, по крайней мере, без серьезных болезней, да, и получается, что это все не срабатывает. А оно не срабатывает еще вот почему. Потому что мы об этом, кстати говоря, тоже говорили, что человек, достигнув определенного возраста, далеко не все рабочие обязанности может выполнять физически или выполнять в полной мере. То есть его можно будет уволить с полным основанием. И вот Владимир Владимирович там говорит, что мы должны, точнее, не мы, а вы должны сделать все, чтобы стимулировать бизнес, оставлять пожилых людей на работе и органы правопорядка карать тех, кто пытается уволить или не принять на работу. Но и это же опять не указ. Никакой. Никакой. Вот есть сформулированный указ. Значит, я приказываю до такого-то числа министру внутренних дел представить мне законопроект о парировании возможных увольнений людей до такого-то возраста. Значит, вот это был бы указ. Значит, а это же как в послании получается, значит, очередное что-то такое, некое благопожелание, которое я вот подумаю, и решу, что как я есть. Буду, вот у меня грузчики. Вот грузчик должен быть здоровый, физический мужик, иначе он не сможет работать. Ну, и вот у меня там Иваныч, ему 60 лет, стукнуло, ну как и так. И он должен нужен. Таскать по-прежнему, как будто бы ему 20. 45 или 20. Да. Ну. Это же глупость. Я хочу сказать, что есть такие статьи законов, которые нереализуемы. Например, вот если есть дискриминация при приеме на работу. Ну, как я буду доказывать, что была дискриминация? Мне всегда объясняют, что это не потому, что к вам плохо относятся, а по другому критерию вас не приняли. Так и здесь, не потому вас уволили, что по возрасту, а потому что новая работа, новая специфика, у вас не то образование, вы в каком году заканчивали, а сейчас уже приходят люди, вот молодые, надо осваивать новые технологии, вы уже по этому критерию не подходите, а против вас мы ничего не имеем, мы вас и не увольняем, мы же это наблюдаем сейчас, у нас что сейчас, да, сколько угодно. У нас сейчас разве не идут чохом увольнения, медиков уволили, сказать, в Москве 5000, большое увольнение, 22 тысячи медиков по стране уволено.
У нас закрыта половина вузов, сколько преподавателей уволили, и продолжает увольнять, продолжает и продолжает. И это делается не так, чтобы вот вас вызывают увольнять, просто некоторые реорганизации. Нет на вас там нагрузки или нет работы, и вас вовсе не увольняют, а просто идет преобразование предприятия, и после этого преобразования вас там нет. И все. Поэтому я думаю, что мы это уже все знаем, знаем, как это все делается. Никакой, так сказать, президент не переиграет хозяина фирмы. Ну, конечно, как это можно. Только если вот он конкретно будет просто вот приказ, что да вот, ты не можешь уволить человека до 65 лет, или внимание, за это будет уголовная ответственность. Ну, правда, конечно, не можно сказать, что мы его и не уволили. Не вовсе. Будет, да, у нас не просто будет реструктуризация предприятия да, была. Да вот вам только что во время этой самой дискуссии объяснили, что у нас за 30% работников никакие взносы в пенсионные фонды не идут. Да. За 30%. Да. То есть наше государство со всеми своими, так сказать, ведомствами и со всеми силовыми структурами не может собрать то, что по закону положено. Должны. Так вы уголовные дела завели на них? Вы, у вас есть Следственный комитет, у вас есть прокуратура. Где на эти вот, на этих предпринимателей, а это предприниматели нельзя трогать. Нельзя трогать их. Хотя они 30% не обеспечивают взносов в пенсионный фонд. 30%. Если вы 30% не можете обеспечить, только 70% собираете к тех, кто сдает. Дескать, я сдаю, берете, я порядочный. А тот не сдает, не берете. Что это за государство такое? Вот, то есть государство заставить. Вот этих самых хозяев не может, поэтому верить в то, что в эти сказки, сказки, что будут обеспечивать, никто в это не поверит. Люди тёртые уже калачи знают, что если ты в возрасте, так сказать, тебя, вот, это возраст ведь такой, в котором человеку нужно сидеть на заваленке и воспитывать внуков. Безусловно. Либо сокращайте рабочий день, тогда, конечно, если мы меньше будем трудиться ежедневно, ну тогда. Но вот только что, вот, буквально на днях у нас в российской газете большая публикация, две серьезные организации, Академия госслужбы при президенте РФ и Высшая школа экономики, подготовили материалы по поводу того, какой у нас рабочий день. 48, рабочей недели, 48 часов и более. Это, так сказать, как вы понимаете, минимум. Остальное скрывается за тем, что еще не узнали. То есть у нас сплошь и рядом нарушения. Потом нарушение в том, что не в полтора раза за первые два часа хвостик платят, а в одинарном размере. А ведь по закону, а если дальше, вдвое надо больше платить. Конечно. Тоже. То есть у нас и переработки, и это все нарушение закона. И что, есть уголовная ответственность за это? Нет. То есть как эксплуатировать этих рабочих, хоть молодых, хоть старых? Пожалуйста, нарушайте. Нет никаких по этому поводу мер не принимается. А как, вот, так сказать, протащить вот это вот мероприятие, которое называется реформа? Это не реформа. Это, так сказать, антинародный акт борьбы с трудящимися. Вот что мы имеем. Ну вот рабочим разъяснили еще раз, ну, то, что они не прочитали из книжки, что организовывайтесь сами, боритесь на своих предприятиях за установление 6-часового рабочего дня, тогда вы можете выжить. Не сумеете это сделать? Ну так, поставлен вопрос правительством, президентом и всеми остальными представителями буржуазного класса. Ну, если кто не выживет, значит, он неуспешный. Вот если вы выживете, Клим Александрович, вы успешный. А если я не выживу, я неуспешный. Вот и все. В этом случае сразу хочется вернуться на 25% нашего разговора назад, вспомнить про то, что от Советского Союза там достался рабочий класс, который за 70 лет отвык, не имел просто такой необходимости организовываться для самозащиты. А я бы еще добавил, да, что он не просто отвык. Два поколения людей выросли вне капитализма. Поэтому у нас, что называется, нету прививки. Мы читали, ну, все же, кто хоть чуть-чуть читал, все читали Джека Лондона, Теодора Драйзера. Господи, даже если не читали, смотрели американское кино. Но если сейчас смотрят, которое, читают, что там на Западе происходит, которое, там все время забастовки идут. Которое показывает, во-первых, как выглядит капитализм по-настоящему, потому что художник, если он, конечно, хороший художник, неважно, это кинохудожник, литератор, он всегда отражает собственную реальность, в которой он живет. Лучше – хороший, хуже – плохой, гениальный – гениально отражает. Ну, мы читали это как какую-то фантастику, мы просто не могли себе представить. То есть, нет, конечно, мы понимали, что где-то там такое может быть, вокруг себя мы этого не видели. А вот теперь, благодаря
тому, чтобы погрузились в ту самую капиталистическую реальность, мы получили эту прививку. И она, как я думаю, это позитивный момент, должна сработать. Как вот прививку от гриппа делают. А другого выхода нет. Поступает она в кровь, и антитела начинают вырабатываться. Народу все иллюзии, что их спасет или президент, или какие-то добрые люди, или там Дума, или парламент, или еще что-нибудь, не спасет. Им объяснили, что будет только хуже. И причем не просто ухудшается как бы потихонечку, как инфляция делает, все она отбирает, а разом, законопроекта, нажимом, это же силовое, это у вас отбирают эти деньги. 5 лет отобрать пенсионных денег у мужчин, 5 лет у женщин, и все льготы, которые с этим связаны, а какие связаны там, поездки на электричках, соответственно, пенсионеров, да? Значит, какие-то льготы по квартирам, это все это отбирают. У людей отнимают то, что исторически уже завоевано. Это народу не понравится. Я думаю, что народ один раз надо разбудить, и уже он не заснет. Уже заснуть не получится. И возвращение к тому, вот после выступления вот президента, возвращение к той ситуации, которая была до выдвижения этого проекта, уже не вернешь. И ситуации такой не будет. Кстати, мы видим вполне конкретные показатели. Они, конечно. В смысле, если бы вот прямо сейчас были выборы, ни на что бы не повлияли вообще, потому что выборы, как мы знаем, это всего лишь выборы из двух и более угнетателей. Но, тем не менее, цифры очень показательные. ВЦИОМ, независимо от ВЦИОМ или ВАДА, Центр провели мониторинг рейтинга у нас власти. Вот он сейчас у нас находится на том уровне, который был до присоединения Крыма к России в 2014 году, когда власти был выдан гигантский карт-бланш доверия от народа, просто гигантский. А теперь все оказалось там, где было в 2013 году. Подорванная вот этими всеми шагами подорванная внешняя политика России. Мы должны это тоже констатировать. Потому что если вы хотите, чтобы люди, так сказать, защищали свою страну и шли бороться, у них должен быть прочный тыл. А у нас в тылу отбирают, так сказать, у людей то, что они имели и завоевали. Это очень, очень опасная вещь. Это во-первых, а во-вторых, все власть придержащие должны помнить, ну, если перефразировать, конечно, своими словами формулу Макиавелли, что любовь к родине должна быть взаимной. Родина должна своих граждан тоже любить. Но и все-таки, как бы мы ни убеждали наших представителей власти, представителей нашей буржуазии, которая, так сказать, хочет быстрее набрать, хотя не знает, куда деть, потому что за границу уже она увидела, что за границей не спрячешь. Их там не сильно любят. Там арестуют. Здесь могут отобрать, потому что они, это все же незаконно, или многое, по крайней мере, незаконно могут посадить. Поэтому, а если она еще поссорилась вовсю с трудящимися, она поссорилась сейчас. И эта ссора будет стоить очень дорого. То есть рабочий класс теперь будет готовиться к тому, чтобы эту власть, так сказать, прогнать и поставить свою. Ничего другого тут быть не может. Тут самое главное, чтобы не было как на Украине. Потому что можно власть прогнать просто и не поставить свою. Можно просто прогнать. А вот поэтому не надо заниматься тем, чтобы прогонять власть, а надо заниматься тем, чтобы организовывать рабочий класс. Конечно. Организовывать рабочий класс, учиться бастовать, учиться делать советы. И пока у вас советов нету, вы, так сказать, конкурировать с властью не можете, с той, которая есть. У вас своих структур-то поэтому, власти нет. Поэтому рабочий, а что класс, вы стараетесь власть менять? Да, рабочий класс должен, так сказать, заниматься собой, а не протестами. Поэтому я, например, очень негативно отнесусь к так называемому протестному движению. Вы меня бьете, а я протестую. Вы меня душите. Фу таким быть. Фу, а плохо, я протестую, плохо, а плохо. Я это, и все против, и против. И что это такое? Это чисто... Или вы боретесь со мной, а я сопротивляюсь. Это я движение сопротивления. Вот это все. Вот сейчас в этом отрицании погряз наш рабочий класс и народ. Не надо, надо заниматься позитивным. Вы организовываетесь и отстаиваете свои интересы. И учите хоть в малом отстаивать. Они а у нас народ плачет. Он весь эти плакальщики, и это плохо, у нас это отобрали, у вас теперь этого нет, у нас все ухудшается. Ну так боритесь. Ну, бороться надо научиться на каждом предприятии, а думать о том, что вы сразу займетесь борьбой в масштабах всей страны, ну это несерьезно. Тот, кто не умеет прыгнуть на 1,20 м, не надо ставить. 2,40 м не надо прыгать. Не надо 2,40 м, нет. Не надо. Это правда. Ну что, спасибо, Михаил Васильевич. И вам, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Дмитрий Анатольевич, тоже спасибо. Да. Как говорил Пушкин, из-за учителей своих за здравный кубок поднимает в известной поэме Полтава. Да. Спасибо. Спасибо.